на самом деле 80% счастья у людей составляет, ну, приходит от еды. Мне кажется, в еде не надо себе, ну, много отказывать. Если что-то хочется, то нельзя ни в чем отказать. Да. Счастье. Нельзя отказывать себе и любви. А вообще в любви от меня отказывать себе. С ней себе можно отказывать, а в еде нет. Психологи уверены, если хотите сохранять тонус и нормальную работоспособность, никогда не отказывайте себе в отдыхе. А вот что является отдыхом для вас лично, можно выяснить только экспериментальным путем. Если откажешь в отдыхе, то придется отказывать во всем остальном. В общем, надо отдыхать, надо уметь отдыхать, надо этому специально учиться в настоящее время, поскольку жизнь предъявляет высокие требования. Человек постоянно мечется, так сказать, перед разными выборами. То надо успеть, другое надо успеть сделать, третье, что-то еще. Надо успевать отдыхать. Самый лучший способ для отдыха, вот говорят иногда психологи, там, переключение с одной деятельности на другую, но этого недостаточно. Самое главное, я считаю, чтобы та деятельность, на которую человек переключается, приносила удовольствие. Причем не результат этой деятельности приносил удовольствие, а сам процесс приносил удовольствие.